Так, итак, погнали. Что за настройки? Так, погоди секунду, положи пока. Настройки у нас тут выкл на низком. Смотрим, короче, сколько FPS-ников в CSGO будет. Пока видно вам? 100-200, короче. 200 FPS, нифига. Откуда столько вообще? Я даже кого-то убил, ничего себе. Кого-то даже убил. Правда, меня тоже почти убили, но это не так важно. Важно, что убил кого-то. Ну, короче, для квестки, конечно, это... этой видеокарты хватит. О, сдох. Нет, не сдох, ничего себе. Как же я в живых еще остался. Ты убил кого-то. Где он? Никого не вижу, блин. Я никого вижу. А все, мы всех убили, оказывается. Ничего себе. Ничего себе, какие молодцы, взяли и всех вот пристрелили. Так, давай АВЭПу сразу, а не хватит на АВЭПу. Окей, давай 4-4. А 250 FPS, офигеть. Да. Могут и убить, дружище. Не зря тут присел. Ждет пушку. Но пушки не будет. Увы и ах. Такая машина. Мафина. Да вы поняли уже, что 200 FPS давить, други мои. Давай еще подольше сделаем. Чтобы были нет. А, там есть туда. Тут уже кто-то есть. А тут нет никого. И слева еще один. Ничего себе. Простите. Простите, пожалуйста. У микрофона мистер, извините. Д под садона нету. Здрасте. Видел, как тут рядом сидел прям. Бум. А вот я тоже успел отстрелить. Ладно, окей. Ну как-то так. Сейчас покажу пекарню, которая все это делает. Вот она стоит. Здесь у меня что? Раз кулер дополнительный. Такой вот. И сверху лежит на чипе еще один, потому что это турбина, блин. Будьте осторожны, когда я под GTX берете 570, они очень старые. Но тем не менее тянут. Сколько градусов она выдает? 73. В принципе, норм, кстати. Не так все и плохо. Потому что пропеллер у нее не особо крутится, она визжит обычно.